Они проводили педсоветы, заполняли отчеты, а еще были индивидуальные задания для каждого директора. На твердую пятерку с заданиями справилась руководитель 12-й школы из станицы Ленинградской. Она и стала директором года. Важна поддержка той команды, которая за тобой. Поддержка тех людей, которые находятся в зале. Конечно же, добрые открытые глаза членов жюри, которые всегда взглядом поддержат и помогут. Вот это успех, наверное, составляющая успеха этого конкурса. С победой Елену Плохотнюк поздравил глава региона. Вениамин Кондратьев отметил высокий уровень профессионализма директора станичной школы. Станичной школы номер 12 Елена Владимировна руководит 7 лет. В учительской профессии 24 года. Она в числе лучших специалистов региона. Плохотнюк – лауреат всероссийского конкурса «Директор школы 2012». И снова поедет в Москву отстаивать честь края. Ждем с победой. Министр образования и науки края Татьяна Синюгина также наградила лауреатов конкурса «Директор школы Кубани-2017» ценными призами. Как сегодня не просто быть директором. Мы знаем, какое количество задач ежечасно приходится каждому из вас решать. Но мы вам признательны за то дело, которое мы делаем вместе. По ее словам, многие участники конкурса теперь могут претендовать на звание «Директор школы России». Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.